Так, дальше у меня идет вот такая косметика. Эмма Хальбе. Хальбе или Хальбе. Не знаю, правильно, неправильно читаю. Вот такая, да, вот я имею. Это как, знаете, дорожный, можно сказать, да. Вот если я куда-то иду, еду, я беру это. Мне тоже нравится она. Тут и очистка для лица, и крем такой, такой вот. Чего он, подождите. Ну, тоже тёник, тонинг. Такой вот. Ну, убирать косметику, да, вот такой вот. Потом вот этот вот. Я не вижу, короче. Мелко написано. Вот такой вот. Вот такой вот тоже. Ну, в общем, наборчик вот такой, да, дорожный. И крема, и пилинг, и тёнинг. Неправильно первый раз сказала. Тёнинг, да. Потом вот такой пилинг тоже есть. Тут что-то баночка у меня лопнувшая. Вот такой пилинг. Видите? Уронила, наверное. Он такой, сейчас я вам покажу, сыпучий. Я его тоже с собой... Ой, нет, девочки, я ошибаюсь. Это у меня где-то в другом месте тут пилинг. Это не пилинг, девчонки. Это, знаете... Это в такой баночке у меня тоже есть такой сыпученький. Я не знаю, куда он делся. Но где-то у меня в другом баде, наверное, я пользуюсь. Он, видите, вот этот вот после пилинга бальзам. Вот, это бальзамчик такой, смотрите. Он так пахнет. Ну вот все пахнет таким вот, знаете, как немножечко елочкой, что ли. Очень вкусно. Такой елью. Приятный, приятный запах. Но я думаю, что это зимой надо пользоваться. И тоже вот такой крем. Так, что написано? Ой, сейчас посмотрим, откроем. Вот такой тоже крем, он увлажняет. Такой, как масляный, очень тоже хороший. Его чуть-чуть там надо, да. Им можно и тело мазать. Он такой, как бы, можно сказать, для всего. Типа бальзамчика такой. Хороший, кстати, очень хороший. Похожий вот с этим. И маслица тоже такой же. Видите, это же фирмы. Такое вот маслица. Тоже пахнет немножечко как елью. Зимой надо. Ой, приятный запах. Лимончик такой с елью. Вот мало пользуюсь такими. Надо, может, маме отвезти в Россию, она будет пользоваться. Я что-то как-то мало пользуюсь. Хотя очень хорошие. Ну, вот эти дорожные очень хорошие. Пилинг здесь, и кремчик здесь, и очистка здесь. Ой! Для лица. Так что все есть. Так, дальше что у меня на очереди идет? Ну, в общем, дальше у нас уже такие крема идут, более бюджетные. Российские у меня крема есть. Сейчас покажу. Такие вот уже более бюджетные. Ну, лореалевские, естественно, у меня есть под глаза. Девчонки, много очень. Это я просто сегодня я все собрала. Но у меня в другом баде, видать, там еще остались. Некоторые есть. Так, немножко разверну. Вот такой у меня российский черный жемчуг. Я когда в России, я покупаю. Мне он нравится. Он такой простенький, да, ну, пойдет, да, на каждый день иногда. Приятно пахнет. Тоже, по-моему, антивозрастной, лицо шеи написано. Ну, я считаю, это черный жемчуг неплохой. Конечно, не сравнить, может быть, вот с этими, но он неплохой, девочки, неплохой. Я одно время им пользовалась, моя мама им пользуется. Вот такой черный жемчуг дневной омолаживающий. По-моему, я его уже весь использовала. А, пустая банка, все, там на донышке. Чуть-чуть на донышке. Хороший, кстати, иногда я пользуюсь, почему нет? Не все же могут купить, понимаете, не все же. Вот, не все же имеют деньги, понимаете, такие, чтобы отдавать за крема кучу денег. А, у меня еще, знаете, вот такой. Я тоже в России его покупала. Вот кто в России живет. Это израилевский крем из Израиля. В магазине брала. Я не выписывала. Может, знает кто. Он дневной и вечерний. Мне его так нахвалили. Я зашла, говорю, я хотела бы какой-нибудь крем купить. Продавец мне его стала хвалить. Она говорит, я свои свекровки покупала. Попробуйте. Пахнет приятно. Вот такой вот. Я им, видите, пользуюсь. Ночной и дневной. Вот. Я его взяла попробовать, ну, я не прям не скажу, что прям я в восторге, но он неплохой. 50 плюс написано. Видите?
Израилевский, из Израиля. Ну, не знаю, с чего он там сделан, я не читала. Вот. Так, дальше. Вот такой я тоже в России брала. Тоже неплохой, не могу, не очень такой бюджетный. Ничего не могу сказать, тоже немножко осталось. Видите, пользуюсь. Нормально. Они тоже работают, почему нет? Лифтинг, крем дневной, лифтинг и питание. Я считаю, тоже можно брать. Тоже хороший. Немножко развернуть, что ли, вот так. Что я уже не знаю, так. Так вот, наверное. Так. У меня корзина целая была здесь. Так, что дальше? Вот такой у меня. А, это уже здесь покупала. Я просто хочу, которые российские. Вот черный жемчуг тоже. По-моему, мне мама его купила, подарила. Омолаживающий биокрем, да. Такой. Мама моя пользуется такими кремами. Ну, ей 80 уже один год. Приятно пахнет. Вот видите, я тоже пользуюсь. Почему нет? Очень хороший, кстати, крем. Очень хороший. Так, что из российских? Вот такой черный жемчуг. Видите? Вот, что тут написано? Крем дневной для лица. Интенсивное омолаживание. Тоже хороший, девочки, я считаю. Ну, мало пользовалась, надо пользоваться. Видите, потому что у меня много. Приятно пахнет, такой запах приятный. Вот, не надо больше мне кремов покупать, у меня хватает. У меня хватает. Вот такой тоже в России брала. Эвелина, по-моему, да? Такой, что написано? Арган оливье. Ультра. В общем, он такой. Тоже неплохой, мне он понравился. Но у меня пустая баночка, по-моему, уже. Вот, посмотрите. Кого-то, может, заинтересует. Нет, чуть... Ой, он такой приятный. У меня немножко осталось. Надо будет, поеду, куплю. Ой, приятный. Я не знаю, надо почитать, что тут. А, с оливков. Оливковое масло. Очень хороший. Он такой бюджетненький, он недорогой, но хороший. Мне он понравился. Я им прям пользовалась, я помню. Вот. Сколько, года два уже? Ну, наверное, знаете, у меня не на солнце. У нас прохладно на втором этаже. Там, так сказать, теплоты такой нету, чтобы пропадало. Там у меня все хорошо хранится. Так, ну и из кремов вот таких вот. Вот здесь я вот в Германии вот этот покупала, Белея. Такой вот, сейчас я вам покажу сначала. Вот такой крем, что тут написано. Так, из крема. В общем, антивозрастной тоже. Такой крем. Ну, я как-то такие мало покупаю. Это у нас в ДМ продаются. Тоже приятный-приятный запах. Такой, видите, уже у меня там. Тоже пользуюсь. Да я всеми пользуюсь. Я поэтому я говорю, то тем. Вот, может, я и молодая. Но я не скажу, что я прям молодая. Но на свой возраст. Девчонки, вы уж меня прямо это королевы сделали. А, вот этот вот у меня еще есть. Так, сейчас я вам прочитаю. Так, тоже вот фирма Avon. Avon. Нет, неправильно говорю. Avon. Avon, да. Дневной крем для лица. Ну, такой. Такой вот. Один у меня всего лишь Avon. Это мне подарили. Я сама не покупала. Один всего лишь. Я не знаю, как это, хорошая фирма, нехорошая. Вон, кто знает, скажите. Может быть, пахнет приятно. Тоже пользовалась. Я вообще-то зарегистрировалась, но ни разу еще ничего не выписывала. У меня есть регистрация, по-моему, даже есть специальная какая-то женщина, она мне даже это написала или позвонила, я не помню уже. Но я так и ничего не выписала. Я ей сказала, подождите, я должна определиться. Я еще сама не знаю, что я хочу. Но, в общем, вот этот крем мне подарила, когда я в России была, это Светлана, моя одноклассница, с которой я вместе училась, она мне его подарила.
Вот, дальше. Вот этот вот у меня один всего лишь, и он тоже с эффектом подтяжки. Как вот правильно его назвать? Тоже французский крем. Сейчас я вам прочитаю. Рафот, что ли, правильно? Я не знаю, девчонки. У меня он один. А то скажу неправильно, это вы сказали. Он такой неплохой. Но у меня тут еще, видите, сколько я им пользуюсь. Он дорогой тоже, ну, не бюджетный. Ну, хороший тоже, я им довольная. И вот такой лореалевский крем, это мне дочка отдала, она его купила, и он ей не подошел, он под глаза. Она говорит, мам, возьми его. Ну, я забрала, конечно, что он будет у нее валяться и выбрасывать жалко. А у нее аллергия от него, знаете, раздражение. Бывает такое, да, она говорит, я мажусь, и у меня, говорит, глаза, ну, в общем, не очень у меня идет. То она мне его отдала, такой вот лореалевский. Я как-то мало лореаль покупаю. У меня единственное, вот этот пилинг, ну и все, больше нету, да. Раньше как-то, ну, как-то раньше пользовалась, пока вот у меня этого не было. И дальше у меня вот такие девчонки еще идут. Кремики, тоже не буду быстренько. Они тоже у меня дорожные. Если я куда-то еду, я их с собой беру, чтобы банки большие не тащить, они легенькие. А, это потом отдельно. И вот такой здесь какой-то, тоже у меня как пробничек шел. Я им, кстати, еще не пользовалась этим пробником. Надо будет попользоваться, посмотреть. И вот такие, да, как называется? Халику какой-то, не знаю. В общем, неправильно, наверное, говорю, произношу. Уж вы меня простите, да, он не знаю чей. Ну, в общем, вот такой, да. Пользуюсь тоже, тоже. Если вот я к маме ездила, брала его, потому что, ну, не попрешь же вот такие бутылки, да, а вот этот легенький. И вот Нивеевский под глаза, тоже неплохой, под глаза. У меня, знаете, тоже отеки. Я утром просыпаюсь, у меня сильные отеки. Девчонки, а никуда не от этого не уйдешь. Это уже возраст, и у меня раньше как-то немножко было, сейчас с возрастом сильнее стало. Вода собирается, я на ночь пью, поздно ложишься, и вот это все, оно сказывается. Потом быстренько, какими масками я пользуюсь? Сейчас я дальше будет у меня продолжение, да? Если вы хотите, вам интересно, я буду вам снимать. Снимаю вам крема специально поближе, чтобы вы видели, смогли рассмотреть то, что у меня есть. Извините, если вам плохо видно, но по-другому никак. Я вроде все так близко показала. Там у меня мое шитье, я на столе специальным снимаю. Вот. Извиняюсь, если там что-то будет за кремами. Это мое хобби, то, что я там шью, машинки стоят. Больше снимать негде, ребята, только здесь. Масочки. Это тоже масочки и пилинг, лосьончики, молочко специально хорошее, маслица, дневной крем, вечерний. Водичка для смытия макияжа, маски. Пилинги. Дневной вечерний крем. Средство с коллагеном. Какой там еще? Что там еще? Коллаген, еще что? Эластин. Ну, это, наверное, одинаковые коллаген и эластин. И вот эти крема черный жемчуг, кстати, хорошие, хорошие, мне нравится тоже. Ну, ребята, если вы хотите еще для волос что-то, да, чем я мою волос, как я ухаживаю, да, ну, показать шампуньки свои, средства для волос, я тоже могу это сделать. Пожалуйста, напишите или что-то для тела, да, но для тела я особо так ничем не пользуюсь. Вот в основном волосы, да, ну лицо, но тело тоже у меня лосьончики всякие, я тоже могу показать. Но если вам это интересно будет, да, пишите. Все, постаралась сегодня для вас заснять. Сейчас пойду с Барни гулять на улицу. Время уже 2 часа, по-моему. Время быстро бежит, бегом бежит. Такие дела. И надо будет
что-то начинать шить. Я хотела бы ему, но я сейчас дождусь, а ему должно прийти то, что я выписала для него, там такой плащик, дождевичок, да, и пуховичок такой, ну, как бы не пуховичок, а такой пальтишко на прохладную погоду. У нас же тоже все равно снег выпадает, поэтому, наверное, вам плохо опять будет слышно, да? Ну, посмотрим. Все, я вам немножечко показала, все рассказала, не знаю, понравится вам это или нет. Девчонки просили, смотрите, пожалуйста. Если хотите про косметику, я сниму про косметику, да, покажу, какая у меня косметика есть. Но я много уже выбросила. Видите, я не собирала. Я как-то думаю, ну зачем эти банки будут, да, пустые там всякие туши. Как-то все выбрасывала. Тени тоже выбрасывала пустые, хотя я долго ими пользуюсь. Но я много повыбрасывала, у меня много лежало просто так, знаете. Думаю, лежит, не пользуешься, раз взял, выбросил. Оказывается, показывать надо девчонкам.